Я вот тебе, помнишь, Коля говорил, что на БМВ одни мудаки ездят, блядь. Ну, я не имел в виду братву как раз, блядь. Потому что братва — это хуй с ними, блядь. Они через две сплошные, через три сплошные, блядь. Хуярю, через стены проезжают, блядь. Им похуй. Ну, это братва. А вот так, если видишь БМВ, например, сторонись нахуй. Сторонись, блядь. Потому что он может ненароком и в тебя повернуть, блядь. А хуй его не знает, что там у него на уме и кто там сидит, блядь, потому что стекла темные, нихуя не видать. Как правило, блядь, тут я, сука, тебе говорил, мудаки, но теперь я беру свои слова назад. Там в БМВ не только мудаки ездят, и не только братва. Там еще ездит распиздяй, Коля. Вот одного такого распиздяя на Медне я хотел пропустить, как говорится, поворачивая на площадь Рижского вокзала, блядь, там... Два поворота так, блядь, с мостика-то, блядь, с этого хуяк, блядь. А он еще с третьего ряда. Думаю, ну хули, я не спешу, я человек доброжелательный на дорогах, блядь. Как я хочу, чтобы ко мне относились, я так людям. Думаю, ну БМВ, ну думаю, ну значит, мудак. Смотрю, не лезет, блядь, думаю, ты смотри, блядь, значит, не мудак, неужели, блядь? Неужели твои предсказания, о сура, блядь, разбились, блядь? Нет, не разбились. Он из третьего ряда повернул через первый передо мной и нырнул под мост нахуй. И тогда я понял, я был неправ. Не только мудаки, Колян, ездят в БМВ, но и разъебай. Сказал я и поехал дальше.